Короче, мы будем делать сцену рождения. У нас, значит, вы все же знакомы уже, да, с друг другом? Всех знают? Нет. Нет. А, вы не знакомы? Это Вика, да? Нет. Вика фотограф прекрасная. Она, ну, вот, работает с военными мастерами. Сергей тоже уже не знаком с Сергеем. А Сергей, поснимать вас там. Мы будем делать такой фильм там создание. Ну, чтобы у нас была такая полноценная, нормальная работа. Чтобы все были моменты охвачены. Вот. Потому что творческий процесс не заканчивается только исполнением физических упражнений. Да? Это все является процессом творческим. Вот. Все. Все сказал? Вот, дорожка такой какой-то бутербродский. Только поехали. Хоп. Вот что нравится, что как бы сейчас Злата работает вместе с ногой. Вик, работаешь вместе с ногой. Вот, молодец, очень хорошо. Да не могу я вообще не очень как бы красивый сам по себе. Хоп, дальше раз, разворот. И должно быть три позировки. Смотри, стой. Вот она как бы направлена туда, ты направлена в ту сторону. Какие-то, может быть, ты как бы сюда встаешь, и у тебя как бы твои там, какие у тебя были хорошие руки. Да, ты же можешь даже с волосами сделать свою штуку. Чего ты там это? Извини, я не могу. Ты меня сейчас так душу руки? Я не хочу. А, не надо. Даже отпускай руки. Хоп, немедленно, и опять сжимаю. Он покрутился, да, уже? Потому что ты перевернулся, посмотри. Я понял, сейчас. Блин, вот прикольно, когда вот так рука, не прячь руку. Ну вот хорошо, когда острый локоть торчит. А локоть больше? Ну это надо напрягаться. Напрягай. Ну, блин, это... Вот, просто... так хорошо, напрягайся, сиди, напрягайся. 5, 6, да подожди ты. 7, 8. Оп, медленно. И сжимай. Оп. И оп. И оп. Хоп. Хоп. Чувствую. Хорошо. Пошла. Чик. Чик. Вот здесь обязательно сдерживай спинку. Цепляйся за меня. Я тебя стараюсь тебя максимально мягко опускать. Злата пошла. Не бойся. Раз, два, держимся, скреплены еще, три. Блин, а почему у тебя такая спина, ноги, классно выглядит, необычно. Как бы вроде простая штука, а такая как бы из детства, когда на качелях закручивали друг друга. Юль, что случилось? Блин, Юль, ты что запала-то, где ты, блин? Что за операторская работа? Те два! Совершенно очевидно для меня в этой истории, что я не хотел придерживаться текста, я не хотел придерживаться сюжетной линии произведения, потому что это не было самой целью. И, наверное, искать нарративного... параллельного движения, но в спектакле, конечно, нет смысла и не было такой цели. А хотелось именно порассуждать на тему того, что внутри. А когда ты рассуждаешь на тему того, что внутри, то ты, естественно, ориентируешься на свое представление об этом и твои собственные ассоциации, которые возникают в твоей голове, связанные с высшим разумом, связанные с религиями, связанные с космическим пространством, связанные с космосом внутри каждого из нас, связанные со своими собственными страхами, они уже вырисовываются из собственного опыта, из собственного представления и того прошлого, которое для каждого из нас становится некой энциклопедией собственной жизни. Соответственно, что то, что собирается за время нашей жизни, это все ассоциативно можно выразить на сцене с помощью каких-то решений, к которым мы прибегаем. Естественно, что пластический театр предполагает, помимо визуальных созданных, скажем, эффектов или действий, представляет из себя и хореографический текст, пластический, и где каждое движение ты наполняешь неким смыслом. Поэтому полагаешься к нему обратно. Ну, короче, все это работает.
рабочее. У нас же ощущение, видите, знаете, по крайней мере, не цирковой снаряд поставать, что-то другое. Если мы его увеличим, это будет цирковой снаряд. Да, да, да. А сейчас такой маленький, как будто мы в песочнице действительно играем. Воу! Воу, давай, давай. Воу! Щих! Нога пошла. Воу! Ну-ка, сейчас, подожди. Вот, и мы же поищем. Мы же противовес можем поискать. Это вообще как бы совершенно как бы что-то необычное происходит, понимаете? Не надо. О, ничего не надо. Ничего не надо, классный спина. Я говорю вам, что видите, как он может классно. Палка была работать. Палка была лишняя. Скопился. Перекосился. Вот и все. Это первый раз на просто. У меня такое ощущение, что просто вот все равно это ощущение дисбаланса, оно у меня все равно остается. Я чувствую, что там нужно еще вот. Вся современная хореография построена на дисбалансе. Никаких нет осей, понимаете? Никаких осей. Ничего нет. Все построено на этом. Поэтому, когда есть такие предметы, это очень здорово. Чем они необычны, чем они менее логичны, тем лучше. Да. Оставляем этот спин. Появился Воронов, который в нее поткнул страсть. Угу. И она уже такая заряженная страстью, и начинается этот дуэт, и она начинает на тебя запрыгивать, а ты вообще не вырубаешься, что она ко мне липнет вообще, отвали, и ты все время ее скидываешь, поэтому как бы она все время на тебя запрыгивает, а в конце она тебя уже все, и ты уже понял, что все хана, и появляется мальчик. Угу. Ничего не понятно. Смотри! Смотри! Я на пальцах встаю, я делаю да, две точки. Ты еще и пальцами сидишь, да? Это Вики просто маникюр на пальце. Почти. И корпус. Да. Еще немножко плечи. Да. Классно, Ваня! Чуть-чуть движение тела. Да? Все так же. Да? Да, в общем, мы запишем просто слайд, чтобы было понятно. Раз, два, три. Раз, два. И здесь как бы села и руки провела. Осторожно ножки. Чем? Бля. Понятно. Давай еще заострены как бы в этих птицах, в этом как бы негативе, как бы в этой агрессии. Задача в чем? Надо с птицы слить. Слить птицу можно мне. А почему нельзя, например, может быть, птицы вообще его на него какие-то класть, ну... И там, в принципе, можно попробовать подумать, как это содержать. Не, ну содержать да, прям нет, но... Ну, а если... Просто Злату очень хорошо сейчас мы записали, как она классно, она очень здорово шла по этой штуке и очень получилось органично. Есть секрет такой, что Злата все делает очень органически. Такая интересная штука. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, три. Шесть, семь, восемь. Раз, два, три, три. Шесть, семь, восемь. Раз, два. Пам-пам. Рам-пам. Пам-пам. Рам-пам-пам. Пам-пам. Рам-пам. Сейчас старайтесь, чтобы ровно держались пальцы. Когда у нас переходит рука, держитесь, старайтесь. Сейчас, давайте проверим. Когда стараетесь сделать, чтобы рука птицы оставалась ровной, чтобы она не стреляла морду. Давайте приготовимся. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три.
Почти дочитал. Ты быстро читаешь? Да, она маленькая. Там 4 часа. Я давно кемплер. Я в жизни кемплер просто. А, то есть это тебе? Ну это да. У меня кликуха такая. Окей, Пуансо. Кемплер Пуансо. Это звездочат и многогранниц. Да, а, Дипучин. Он показывает, что люди иногда, ну не иногда, а как правило, по своей сути забывают про самое главное, то есть, ну, все равно самое главное в жизни – это семья, да, и любовь, дети. И начинают много работать, забывать про своих близких, о том, что им нужно внимание. И также он своими движениями показывает всякие там присутствие денег, что мы начинаем думать о них. Мы начинаем думать о деньгах слишком много и чего, в принципе, было бы и не нужно. Поскольку это все-таки просто бумажки. Конечно, они необходимы по жизни, да, чтобы жить проще было. Но когда у человека появляются деньги, ему всегда становится их мало. Чем больше денег, тем больше нужно. До мурашек. Там а еще с музыкой, то, что эти взрывы идут. А очень бытовая сцена на эти взрывы. И получается, что взрыв происходит внутри. Ну что получается, что разрушается семья, и вот этот взрыв ядерной бомбы, он происходит внутри человека. И это так офигенно выглядит. Ну просто, я прям сам, прям у меня было... И вы когда точно все, вот широта есть, когда он тебя потащил, ты немножко остался со стороны, все время раз освободил их, они сделали, потом пошел сюда. У мальчика постоял, посмотрел на него. Потом увидел такой, раз снимаешь этот галстук демонстративно, чтобы было понятно, что ты свою вот эту энергию... И знаешь, что мы сейчас сделаем? Из гамака не появляйся переворотом. Надо будет сделать, вот ты сел, и ты делай, как будто ты вылезаешь из машины. Ногу вытащил, хоп. А я не могу встать и на этих съехать? Так, ну, давай так. Давай вот встал, могу, что... и, как бы, и как будто ты такой, хоп, и выходишь оттуда. Хоп-хоп, и съезжаешь. Хоп, как будто ты раз там за рулем, вжук, повернулся и упал вниз. А потом вскочил. Бум. Не нужно делать. Все равно тебе там неудобно. Ты там болтаешься, стену бьешь. Это гораздо хуже, когда там стена. Да-да-да, я главное боюсь, чтобы ее не бить. Да-да-да, поэтому там вообще не парься. Все равно там столько действий происходит помимо тебя, по этому гамака, что внимание туда вообще не происходит. Я пока
Понятия сейчас не имею. Сейчас она должна строить спираль. Но по идее, что она уже, да, вы начинаете, а может вы и строите как раз эту спираль. Я пока, у меня в голове еще нет этой точной картинки. Короче, либо вы строите спираль вместе еще, угу, помимо либо... спиннера, либо спираль уже есть. Но тогда непонятно, в какой момент она есть. Но, видимо, ну, вообще был такой момент, я помню, всего, что Юра говорил, что я эту штуку ставлю да. последней. Да-да-да. Когда у вас голова? Как у Дениса или как у Юли? Ты иди лучше по своей диагонали. Нет-нет, голова куда у птицы. Юра, мне это. Я не понимаю, а у меня что? А у тебя чуть раньше. Чуть-чуть попозже просто сделай. Так мы делаем или не делаем? Да-да-да, давай. Еще раз. 3, 4. Давайте, 3. Ой, давайте папа башки толстый. 3, 4. 2 дурака и 1 умный. А мы все работаем. А тут тормоз. Что все соответствует. Вам Денис первый или второй, но я. Сколько придет? Час 33, я хочу спать. Все напомнили свое время, кто когда приезжает. Изначально я думаю, что хотелось зрителя сделать положительным героем нашего спектакля, чтобы протагонистом спектакля был конкретно зритель, а мы все были бы антагонистами, что мы мешали бы зрителю разобраться в самом себе. Но потом я отказался от этой идеи, понимая, что все равно в любом случае погрузить зрителя в сам спектакль. Для этого нужно все выстроить таким образом, чтобы зритель оказался интегрированным в этот спектакль. В нашем случае зритель находится очень близко к артисту, да, и поэтому, когда зритель приходит, чувствует уже атмосферу спектакля, во-первых, он погружается в атмосферу переговоров по рации пилотов, летчиков, космонавтов, звучит Ambient, такой саунд-дизайн, который дает тоже возможность ощутить себя уже в каком-то другом пространстве. Весь театр наполняется уже неким состоянием. И когда тебе выдаются на входе еще и очки, ты садишься в этот зал и погружаешься в атмосферу сначала космического пространства, потом оказываешься в замкнутом пространстве каждого персонажа. Но в этом случае мне кажется, что зритель ощущает себя одним из нас.
Класс. Выйти надо их заклеивать. Примеры. Я все сказал, как ты просил? Юра, ну ты зашел. Ну ты зашел. Поздравляю с премьерой. Так она одноразовая какая-то. Поздравляю. Поздравляю, прекрасная премьера. Поздравляю. Thank you.